Всех приветствую на канале Animal Life. Беззащитный щенок бегал по мусору, в поисках еды. Как-то раз женщина-волонтер исследовала малонаселенный и частично заброшенный район города. На одной из улиц она услышала жалобное скуление, раздающееся на помойке. Подойдя поближе, женщина увидела маленького замызганного щеночка. Она подозвала кроху к себе, он сначала испугался, но потом радостно подбежал, виляя смешным хвостиком. Щенок оказался очень милым и симпатичным. Волонтер назвала малыша пандой, уж сильно он напоминал этого забавного мишку. Женщина привезла найденыша домой и сразу накормила теплым молоком. Щенок, не раздумывая, набросился на угощение и стал жадно лакать. Затем спасительница искупала панду, который молча просидел всю процедуру и ни разу не пискнул. Кроха был настолько обаятельным, что даже не было надобности отдавать его в приют. Сразу нашлась женщина, которая забрала домой это милое существо. Теперь панда живет в тепле и уюте, получая каждодневную заботу и купаясь в любви. Он заметно вырос, но остался таким же симпатичным и забавным, как в детстве. Спасительница потом навещала собачку, чтобы удостовериться в хороших условиях содержания. Правда, панда не узнала женщину и даже облаяла ее. Но это не смутило ее, ведь главное, что ее подопечный обрел дом и добрую хозяйку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.